Я не понимаю, как можно пропустить тренировку? Если ты жив, то нет оправданий. Я всегда бежала танцевать, несмотря ни на что. И сейчас я также бегу к своим ученикам. Что меня может остановить на пути к моей цели? Да, пожалуй, ничего. Может, это сила воли, может, характер. Я понимаю, такие не все, но в себе я чувствую силу и энергию, которая ведет меня, несмотря ни на какие внешние преграды. Видимо, я нашла свое призвание. Это мне не кажется жертвой. Я просто искренне люблю свое дело, учеников и людей, которые меня окружают. И я не могу иначе.